рыбаки, добро пожаловать на зимнюю рыбалку. Прибыли в данную точку. Сейчас будем рассверливать луночки, смотреть с камерой, закармливать и начинать рыбалку. Луночки я закормил, сейчас остается немножко попить чайку, подождать, пока рыба подойдет, и начать ловить. Это мой самодельный удильник, переделка из салмовской удочки, карбоновый сторожок 250 миллиметров и вот такой мормыш. Первый круг с мормышем принес мне всего-навсего 3 тычка. Рыба, судя по всему, мелкая, либо очень сильно неактивная. Возьму удочку с леской 0,093. Маленьким чертиком 0,22 грамма и попробуем поймать эту неуловимую рыбу. Ух, ребята, смотрите, какой ёж попал. Кошмар. Вот это да. Ёж на черта. В общем, на кормленных лунках рыбка присутствует в количестве достаточно большом, но она вся мелкая. Поэтому я взял с собой две удочки. Одну вот взял с шариком ядреный глаз, рожок из рентгеновской пленки и леска 0,1. И еще одна удочка у меня в ящике с леской 0,093 и маленьким чертом 0,2 грамма. И сейчас вот иду в сторону берега. Взял с собой камеру, сейчас попробую тут посверлиться, поискать окуня. Если найду, можно будет тут лунки закормить, я с собой мормыша взял, может быть еще подойдет. Ну и вот буду сейчас периодически сюда бегать, наведываться, если тут рыбку, конечно, найду. Если нет,
значит, буду продолжать рыбалку там, потому что перед уходом я еще дополнительно лунки закормил. Сожрал мормыша. Ну как заглотил, капец. В общем, окунь как-то странно ближе ко дну жмется, прямо чуть ли не по дну пузом ползает и со дна же подбирает мормыша, которого мы прикормили. Значит, по проводке вроде как бы пытаешься его драконить, но ничего не получается. А реакция начинается только тогда, когда еле-еле-еле шевеление у дна начинается. И такие поклевки такие тыц-тыц. То есть еще надо успеть подсечь. Вот, поэтому я сейчас что-то уже немного проголодался. Сейчас пойду на старые кормленные лунки. Немного перекушу. И пойду снова на круг. Посмотрим, может быть, подошла там все-таки рыбка сегодня. Поклевка какая сумасшедшая была. Засандалила. О как. Переместился я снова к берегу для того, чтобы проверить, подошел ли тут окунек или нет.
берега словил я тут немножко окуньков. Сейчас, наверное, снова перейду на те лунки, которые у нас на глубине закормлены. А потом выкину в них остатки мормыша. Ну и буду уже сидеть до вечера. Я считаю, что рыбалка сегодня получилась, несмотря на то, что рыба была не крупная, но она все-таки клевала. Хорошо у меня сегодня отработал самодельный чертик. Плотвичка его прям полюбила. Чертик этот в весе 0,22 грамма. Поклевал сегодня еще немножко окунек около берега, на гвоздишарик и на мормыша тоже поклевал. Я надеюсь, что это не слишком впечатляющая по размеру рыбы рыбалка вам все-таки понравилась. Ну а мне уже пора выдвигаться в сторону дома, поэтому увидимся с вами в следующих видео.